Десногорцы по праву гордятся своим городом, а гости отмечают его красоту и уют. О том, какие службы ежедневно проводят работу по его уборке и благоустройству, мы расскажем в нашей передаче. В настоящее время проводятся работы по благоустройству города. В наведении порядка у нас принимает участие как наше муниципальное бюджетное учреждение службы благоустройства, оказывает нам помощь САИС-сервис, ЭЦМ. Также работает у нас наша управляющая организация МОП ККП. Я думаю, что наши горожане уже обратили внимание, что буквально вот за 3-4 дня город преобразился. Одним словом, мы единой командой, общими усилиями наводим порядок в нашем любимом городе. И будем это делать постоянно. Лето выдалось разнообразное. Было много дождей, сейчас много солнца. Все это способствует обильному росту травы. И тем не менее, и наши предприятия, и городские предприятия, службы благоустройства выполняют работы, которые требуются, не только те, которые в нормативах, и по кошению, и по благоустройству города, по уборке города. И у нас стоит в регламенте всего 2 покоса за сезон. Но к сегодня, еще июнь не кончился, мы уже приступаем к третьему кошению. Вместе с жителями наводим порядок, обустраиваем клумбы. Все это способствует все большему процветанию нашего города. И когда мы находим отзыв благополучный, положительный от наших жителей, ну, это и нас стимулирует на дополнительную, более качественную работу. И город наш все лучше становится. Это вот у нас одна из самых таких вот как раз очень показательных клумб. Сегодня таких территорий уже насчитывается больше 3 десятков по городу. Гордимся вот одним из самых первых, самых важных, самых масштабных проявлений творчества наших жителей и эффективного сотрудничества. В рамках благоустройства городских территорий Смоленская сервис проводит в 4-м микрорайоне весь спектр необходимых работ, которые направлены на повышение комфорта и благосостояния жителей города. В числе работ, которые мы выполняем по благоустройству придомовых территорий 4-го микрорайона, входит покос травы, которая по графику выполняется 2 раза в сезон, но мы стараемся делать чаще. Также ежедневно на территории города проводятся работы по его очистке. Это сбор мусора, подметание территории, уборка подъездов. Наша служба благоустройства начинает работу в 4 часа утра. Значит, мы начинаем работу с увлажнения автомобильных дорог. Дальше приступаем к покосу травы. Мы работаем в сотрудничестве со всеми предприятиями города. Значит, стараемся выполнить свою работу до 8 часов, чтобы люди шли на работу и видели, какой прекрасный наш город. Мы выполняем работу по муниципальному заданию. Значит, у нас по каждому объекту есть периодичность. Проходят еженедельные объезды города. Глава города Шубин Андрей Николаевич дает задания, и мы как бы их выполняем. Наш город хорошеет день ото дня. Каким он будет, зависит от каждого из нас.